Здравствуйте! Сегодня мы будем делать самогон из кока-колы. Кока-колу переливаем в большую емкость, для того, чтобы из нее вышел углекислый газ, а при брожении было место для пены. Чтобы она забродила, в нее нужно добавить дрожжи. Уже через несколько часов можно наблюдать бурное брожение. За эти две недели кока-кола сильно изменилась. Она стала прозрачной, и в ней выпал темный осадок. Чтоб его не потревожить, я переливаю ее с помощью шланга. Пятьсот миллилитров слитой жидкости заливаем в перегонный куб. Включаем нагрев. Перегонка подошла к концу. У меня нет мерного цилиндра, поэтому измерим количество примерно, налив его в стакан. Того у нас получилось немного меньше 100 граммов. Как видим, спиртометр показывает 40 градусов. Это с кока-колы, да? Да. Пахнет самогонкой. На вкус тоже самогонка. На камеру. Закусь надо. Так, ну и попробуем, что это получилось. Запах очень интересный. Что-то похожее на кока-колу есть, но не кока-кола по запаху. Такая смесь кока-колы с самогонкой, с чем-то еще. Вкус какой-то такой химический слегка. Интересный, неописуемый вкус.